четверо самых надежных мужчин с точки зрения астрологии. 12 знаков зодиака и всего четверо мужчин, способных решить любую проблему. Рассмотрим рейтинг самых надежных женихов по мнению звездного неба. Даже властным и независимым женщинам иногда хочется сбросить на пол непробиваемую броню и немного побыть слабыми. И ничто так не располагает к этому, как наличие рядом надежного мужчины. Распознать его среди обилия поклонников – почти ювелирная работа. Но стоит лишь поинтересоваться, под каким знаком он появился на свет, и карты откроются. Если вы закрутили роман с одним из этих четырех мужчин, можете спать спокойно. Рядом с вами настоящий рыцарь. Весы. Мужчина Весы не допустит, чтобы вы в чем-то нуждались. Каждую заработанную копейку он направит на обустройство вашего совместного жилища и обязательно отложит некую сумму про запас, чтобы побаловать любимую женщину неожиданным подарком или букетом цветов без повода. Весы никогда не будут довольствоваться малым. Он перепробует все возможные варианты заработка, ведь чувство ответственности перед семьей не позволяет ему расслабляться. С таким мужчиной не страшно остаться без средств к существованию. Он всегда найдет способ улучшить свое материальное положение. Овен. Этот представитель зодиакального круга не умеет и не любит лгать. Поэтому с ним смело можно строить основанные на искренности отношения. Если он действительно любит вас, вы будете чувствовать это в каждом его поступке. Мужчина Овен окружит свою избранницу дорогими вещами и превратит повседневность в нескончаемый праздник, взяв на себя все заботы по его организации. А в редкие моменты разногласий он сделает абсолютно все ради примирения. Потерять возлюбленную для него подобно аду на земле, поэтому женщины охотно доверяют Овнам. Такой поклонник не обидит и не обманет. Телец. Мужчина-телец не женится на вас, пока твердо не уверится в своей состоятельности. Добротный дом, стабильная работа и возможность путешествовать, по мнению тельца, без всего этого семейная жизнь невозможна. Сначала он обеспечит себе безбедность и только потом станет перед вами на одно колено. Мужчина-телец, который только начинает путь к успеху, непременно разобьет вам сердце. Но уже состоявшийся телец – просто идеальный кандидат на роль супруга. Умелый хозяин и верный любовник, он станет тем самым мужем, о котором мечтает каждая женщина. Рак. У мужчины рака все должно быть безупречно, и жена в том числе. Поэтому он долго будет к вам присматриваться, прежде чем пригласить в свой идеальный дом. Но переступив порог, вы сразу поймете, здесь обитает мужчина, не жалеющий ресурсов на свой комфорт. Яркая и ухоженная жена, дополняющая роскошный интерьер, самый гармоничный образ для его восприятия. И если вы любите окружать себя красивыми вещами, так же, как это любит рак, немедленно хватайте этого эстета и тащите в ЗАГС. Рядом с ним вы никогда не будете думать о деньгах. Рак удовлетворит любой ваш каприз. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать свою точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.